Всем привет! Конец октября. Приехали вот в такой сосновый лесок. Место для нас новое в этом сезоне, так сказать. И поэтому идем на разведку. Судя по тому, что пока ничего не видно, хочется пойти немножко дальше, друзья. Вот. Вот тут, наверное, кто-то кушал. Яйца вареные, наверное, приезжал кто-то. Так, ну что ж, там вот небольшая речушка, и сейчас направляемся вперед. А вот тут, друзья, повезло так повезло. Смотрите, какая поляна. Вот это строчки. Это просто гигантские строчки, друзья. Вот. Вот они, красавчики. Осенние. Вот чем осенние отличаются от весенних, видите, они такие вот более бесформенные такие. О, и тут еще. Ничего себе. Вот такие интересные. Целая поляна. Вот что значит рядом речка. И вот такие красавчики. Вот такие первые красавчики. Очень похожие на опята. Но так как растут они одиночно, то, скорее всего, это не опята. Такой грибочек. Но очень красивый. И, кстати, по запаху... А, друзья, нет, по запаху он очень невкусный. Очень. А рядом вот такие, смотрите, вообще микроскопические. Заметили? Смотрите, маленький-маленький такой грибочек. Маленький, а рядом еще меньше. Очень трудно заметить. Видишь только, когда вот наклоняешься. Смотрите, вообще не видно. Так, что-то интересненькое вижу. Такой старенький уже. Видите? Маховичок. Съели его уже. Скушали и спасибо не сказали. Тут его и белочка грызла. И червячки грызли. А вот такие вот солнечные грибочки у нас называют денежкой. Тоже его кто-то ел. О, а рядом, смотрите. Ничего себе, сразу не заметила. Но тоже уже подмороженный. Подмороженный. Вот такой. И, кстати, это может быть даже и горький гриб. Сейчас попробую. Не, не горький. Вот такой боровичок. Вот, и, в принципе, даже еще и ничего. Ягодки, наверное, ландыша. Вот еще листочек ландыша видел. И вот такие ягодки. Ну, как говорится, красивые. А кушать их нельзя. А там вот такая вот речушка вдалеке. Такой строчочек еще. Отдельно от своих братьев сидит. Маленький. А рядом еще, смотрите, какая красота. Ой, индюшиные хвостики их зовут. Тортовички эти. Ой, какая красота, друзья. Супер. Прям заросли вот таких вот грибочков. Надеюсь, это не гелиорина окормленная. Похоже на какую-то меценку.
Начнёт. Муравейничек прям эксклюзивный. На корнях дерево лежащее, корни, и здесь муравьи построили себе домик. Ну, очень интересно. Еще полянку вот таких вот интересных грибочков нашли. Немножко, наверное, какие-то млечники. Да, слышу тебя. Выходим на делянку. Да, выходим. Я вот тут нашла интересные грибочки. Нужно мнение эксперта. Давайте, он слушает. В таком буреломчике. Надо выходить как-то на дорогу. Прям эксклюзивный пенек. Смотрите. Чудо какое. Это коробочки этого лишайника. Из него, из этой коробочки потом споры будут. Вот такая красота. Вот такой красавчик. Эх. Тоже его, видите? Потерял свой товарный вид. Осень, конечно. Что ж мы хотим? Такой вот интересный поры, маховичок какой-то. Вот такой пенечек нашли для перекуса. И сейчас будем перекусывать. Проголодались, друзья. И часу не побыли в лесу, уже проголодались. Такой чаек. Эй, а куда столько много? Мне половинку. Вот такие удивительные трутовички. Уже очень старенькие. И сами покрыты какими-то грибочками зелеными. Такая красота. Вот в такой противопожарной полосе. Смотрите, какие грибочки. Решетнички, смотрите. Маховички вот такие, ножка тоненькая. Съедобная, условно съедобная. Четвертая категория гриб. Ну, как бы считается, что по вкусу как резиновые. Прям грибы очень старые, наверное, были опятки. Видите, шляпки срезаны, одни ножки. Опять такие старенькие. Что у тебя там, грибы, да? Так, посмотрим. Такое дерево. Ну, какой грибок. Да. О, это вот неплохие грибочки. Прям такие хорошенькие, столько их здесь много, но это вот старенькие, это, наверное, знаете что, это свинушечка у нас будет. А вот эти маховички вполне себе хорошие. Такой, конечно, забираем. В сосновом лесу, в средней полосе, в мху, вот такой грибочек, не горький. Приятный такой грибной запах, слабый грибной. Вот зеленушка или нет? Сомневаюсь. Подскажите, пожалуйста.